Желающих прогуляться по Брестской набережной, особенно в хорошую погоду, немало. Влюбленные парочки, родители с детьми, компании друзей. Все они решили немного отвлечься от городской суеты, пройтись возле воды, понаблюдать за птицами. Гуляющие охотно подкармливают их хлебом и другими лакомствами. Желая порадовать пернатых, люди тем самым им здорово вредят. А все от неведения. Помочь разобраться в этом вопросе решили специалисты общественной организации «Ахова птушек Батьковщины». В Бресте у нас здесь только одна площадка на пристани, в Минске у нас 3 площадки, и в различных крупных городах также имеются свои площадки наблюдения за птицами. Это мероприятие создано для того, чтобы ознакомить людей с птицами вокруг, чтобы они научились различать их, чтобы они больше интересовались птицами, потому что это наши друзья, которые живут рядом с нами, и это на самом деле очень интересно, а люди из-за того, что постоянно заняты, постоянно на работе, постоянно в городе, они не обращают на это внимания. И вот мы стараемся как-то познакомить наших людей, городских жителей, с их окружающей средой. Наука, изучающая пернатых, орнитология, сформировалась несколько веков назад. Несмотря на уже имеющийся огромный запас знаний о птицах, и по сей день многие люди связывают свою жизнь с изучением окружающей среды и ее обитателей. Наблюдение за птицами является одним из моих таких увлечений. И подобного рода мероприятия я стараюсь не пропускать и как можно чаще посещать такие виды деятельности. Бывал в нескольких городах, сегодня вот первый раз попал на такое мероприятие в городе Бресте. Очень было приятно наблюдать, что, конечно, к сожалению, мало сегодня птиц, увидели только 4 вида птиц, но сказывается, наверное, уже и сезон года. Очень люблю заниматься орнитологией. Сегодня мы наблюдали за птицами лебедь-шипун и за уткой кряквой. У лебедя-шипуна, у молодого, у него более сероватый окрас, а тем уже, кого 2 и более, у них белый окрас. Акватория Муховца – удачное место понаблюдать за водоплавающими и околоводными птицами одновременно. Для горожан мероприятие, проведенное членами организации «Ахова птушек Батьковщины», дало прекрасную возможность узнать интересную и полезную информацию. А юные орнитологи смогли узнать о тонкостях работы с пернатыми из первых уст. Мы посещаем юный орнитолог. Мы приехали сюда, чтобы поучаствовать в международных европейских днях наблюдения за птицами. Что нового Настя узнала сегодня? Мы узнали про утку-крякву немного больше, чем на уроках нам объяснял учитель. Про лебедя-шипуна узнали. Поведение птиц имеет особый характер, связанный и с погодными условиями, и с экологией. Поэтому, присмотревшись к пернатым, изучив их поведение, можно узнать, какие сюрпризы готовит нам погода не только завтра, но и на несколько месяцев вперед. К сожалению, лысух, черная утка с таким белым костяным клювом, заходящим на лоб, мы не видели. Но это, скорее всего, говорит о том, что лысухи уже начали свой отлет на зимовку, и к тому же, скорее всего, действительно зима будет холодная. Согласно опросу, проведенному организацией «Ахова птушек Батьковщины», из 3 гуляющих по Брестской набережной, 2 заинтересованы в том, чтобы узнать о птицах больше и, проявив заботу, не нанести им непоправимого вреда. А значит, рекомендации специалистов будут приняты на заметку и использованы на практике.